Избранный во вторник новый президент США Дональд Трамп посетил Капитолийский холм в Вашингтоне, где расположен американский Конгресс. Трампа и его супругу Меланию в Капитолии принял спикер Палаты представителей Пол Райан. Хорошая у нас была встреча. Мы говорили детально и собираемся понизить налоги. Мы сделаем здравоохранение более доступным и повысим его качество. Это будет работа на благо всех американцев. Мы с энтузиазмом смотрим в будущее. Также Дональд Трамп впервые встретился с действующим президентом Бараком Обамой. Вместо запланированных 15 минут встреча продлилась 1,5 часа. В присутствии журналистов президенты обменялись любезностями. Объявленной темой переговоров была передача власти.